Ару, какой мощный чок был. И чё там, сильно полыхнуло? Залагало. Ну, Вара тоже. Ну, это сервер. Захильте, алло. Комбат. Вороночек. Хирусы хотят сделать, ну, легендарки на все классы, поэтому думаю, даггеры должны какие-то быть. Ну, я так понял, там сразу, типа, ты собираешь, делаешь там квесты, вот эти все приколы, и у тебя сразу две пухи будут. А что если азиноты сделают, как этот, как квесты? Азинотки — это вроде мечи. Рез эти там хукмастера. Я вот, ну... В мультике я не смогу зенотки использовать. Потому что мне даггеры... Как жаль. Это, знаешь, это Никитос, типа... это проблема будет для рогов, потому что там же, мне кажется, прекрасно. Да мне без разницы. Там диспельте сразу. Может, тоже, тут тоже самое нарисуют, типа, для каждого, типа, мечи, кинжалы. Ну, так они хотят, и... они же писали, типа, вопросы-ответы, там, много кто спрашивал, будут ли легендарки, там, на хантаны всякого. И они отвечали, что хотят на каждый класс сделать. Но я не думаю, что мутиков, типа, ставят с голой жопы. Там такое нытье начнется на форум. ВХ. Ну, да, ВХ. ВХ. Да. Может быть, они одиноки смогут носить. Ну, какую-то одноручку, типа. Ебёт-то? А что с ним сделать, типа, для рогов и для этих энхов одинаковые этот легендарку? Ну, одноручка какая-то будет легендарная. Да, ребят. Кстати, типа, тут вопрос, знаешь, что типа роги нужны две. Надо, самое главное, легендарный щит, блядь, нах. Ну. Ну, там какие-то эффекты нужны сильные. По, типа, чарки с ЭТГ, только в три раза больше эффект. Которая прям 1003 ДПСа дает. Ну, это уже куда-то, блин, взорвались, блин, слишком сильно. Не, ШМ, ШМ дает 2500 ДПСа. 2500-3000. Ну... Ну, смотря в каких еще руках... Смотря с чем ты его сравниваешь... Да, с любой, ну, пухой относительно он... Ну вот это вот пухи, которые вот отсюда падают, они вообще неимоверный эффект дают. То есть... Ну, у миликов не очень. Нет, тут... Давай вообще... я на лодке. Давай попробуем через жгучую боль. Вот не спалить будет? Тут типа пухи имеют... На первой фазе я могу подержать, а вот на второй фазе... Вернее, на третьей. Мы также через смерть хуярим. Ты магов видишь, блядь, в рейде? Овца на 30 секунд как раз фул контроль стоит, блядь. И совы как раз законтроленных, да, нихуя не ебашит.
Да. Ну, это да. Значит, могут форму менять перед контролем. Это не такая проблема. Тут же типа специально на пухах такие чарки, чтобы милики били и апались РДД, типа, и наоборот. Это чтобы типа только РДД не били этого босса. Стан диспел. Диспельте стан. Да у нас нету Джайдайса, стоит. А паладинов чё, в рейде, блять, нету? Ну остальные мёртвые. Мардаун-то в рейде нету? Блять, я должен кидать дохой щитов, хоть не диспелить. Диспел. Актуально. Диспел. Воронка, давайте, давайте воронка сюда. Приветствуйте все. Че, не поднял ее дефибриллятором? Обидно. Китайский. Маркованный. Не, гляди, подняла, блядь. Ко мне. Угу. Там можно еще и гимны на хп сдать. Три. Вот Мардаун, Джандис будет и... Ага, получится в четыре. Ну пусть четыре будет у... уже. Ну да, у стелси и у бидонов нету дебеспека. Хочешь, я в шипе прыгну? Нет, ты в ДЦ должен сидеть, братик. Диспаль. Ну... На нахуй предание сил. Шалфир, включи танки моча. Танк моча. Как просил, ебать. И мы не осуждаем, кстати. Че, у нее четверть аптайм получается? У тебя вот этот макрос засунут, а этот как припод. Вадикон, что там, да? Да, сейчас еще надо за синим слетать. А тебе... Сейчас у нас будет сама 4-5, ёбнешься. Да. Там мы сейчас будем бить, оставь это все на этот, как его... На конкретно босса уже. Да, ну, просто, типа, раньше я мог два припота юзнуть, типа, юзнуть, зайти в инвиз, начать бой, и у меня, типа, откат припота пошел. А сколько вы ему воронок хуйнули, 12? Да. Жестко, блядь. А сейчас я только один могу в разгон сделать, и все. Оставьте Дживса. Доктор. Доктор, я прощаюсь в Фиджая. Чил. На хп. Обмен.
It's me, Carl. Тыкните. I want to number 9. Кто хочет поширяться в левую часть зала? Чё, гамазик? На хп, чё шо? Тут можно ширнуться нормально, да? Ну, на хп, на хп. Нахуй вот это убери, блядь. Нету. Я эти пью, шатрацкие. У меня 4 сопрота есть. Оставьте бота. Чё тебе? Сопрот? Вау. Рома. БКшные фласки берите, у кого репа не укачана. Ко мне трейд. Я тут... А я себе на хп буду пить, но миликом давай я раздам. Так, секунду. Где там? Чухоли дринку, да, обмен. Так, подожди. Давайте. Ага, Мазек, ты не луснишь, блядь? И ту банку, и эту взял, блядь. А, отойду на минутку. Лёха, банка надо? А, у тебя эти. Всё, есть. Ну. Вадикон, что за способность гнев Кинария? А что он с этими, с одноручкой? Не сухо. А, чё, блядь, я открыл тебя, блядь, и смотрю на вас. Что получится, Катрисия, тебя можно в СНУ записать тебя? Что, давайте траить? Служба нанесения урона, ты что, не знаешь? Кого траить? Убивать давайте. Сейчас метки расставлю сразу. Ну, типа, стрине, может быть, пушь, да, может? Все, я тут. Ну, тогда ладно, не буду записывать. Ой, не то. Это... Понятно, Рэл. Так, Арчина, готовность. Да. Там пристабаф обновите. Призом не умирает. Мне тьмы давать? У двух человек нет еды. Костя, мне тьмы давать? Вообще нужна здесь? Там, сядь поешь. А то убить без бафа на кружку такое себе вообще. Урги, возьми у Хулидринка фласку. Он брал. Нажал просто еще. А, понял. Мардаун, ты его. Там что, на сопрот или чего-нибудь выпей? Нет, нет, я взял, я выпью сейчас. Масло нет. Фулридер. Припот лучше на самого босса оставить. Сама охуенно, блядь. Припоты не надо. Вот я прыгаю, право. Да-да, вот видишь, прыгаю. Чоктируем?
Юля. Юля, Рарник. Что, все здесь? Запускай бот. Вау. Хуящий. Вау. МХМ. МХМ, ты здесь сделаем? Добро пожаловать в будущее. Там все будут в первый раз. Круто. Освоение. Нас кто не потрахают? Ну, нам надо его пробовать все равно открывать, какая разница. Там такой нонсет прикольно лежит. Надо посмотреть боссов просто и разобраться, все. Рарник, блядь. Конкретно, в другую сторону. Давай, Сидоджи. Озвучка знакомая этого Келли. Чувака из Зомбиленда. А, ну да, конечно же. Не помню. Кто у нас эту бабу танчит? В итоге. Лок сказал. Знаешь, что? Не знает. На первой фазе я. Она дальше. Скорее всего, лок. И там который? Наверное. Понял. Так, аккуратно, 5 секунд бомба. 2 секунды, отбежали миллион. Сейчас никто не врывается на оружие. Они до... Удивительно. 5 стоп лут. РДД, сыграйте, блядь, по топору. Че? Бейте топор. Да, да. Подсокрушить. Щит. О, пойдет. Да сейчас посох золотой. Там 50 секунд до фазы. Там притон танчит бабу, так что пильте.
А, да, похили его. Рома, частичка уже на нем. Фаза... Иди лучше рейд, я лучше похилю. Фаза 10 секунд, а то... По рейду там нет дамага. Ну да, смотри. На Дженди скинь, пожалуйста. Че так далеко? Иду. А куда его повели? Так он на притона идет. А, он на притона. Он на притона пошел, да? Да-да-да, скажи, на притона пошел. Он еще в этом ебенях стоит. Ну, блядь, зачем подводить ему? Да он на меня пошел, наверное. Нет, его вели туда. РДД в бабу, милики, сангвинара. А кто будет выводить этих птиц? Фениксов я. Понял. Ничего себе диспел. По телонику что играем. Бомба, отбежали милики. ДБМ. А, вон. Отбежали. Быстрее ебашьте на все. Юля. Потом поменяйте. Геру давайте. Дали. Так. Контроль 10 секунд. Готовьте. Милики, съебали. Контроль сейчас будет. Одна секунда. Сейчас все станут, я в окна. Дайте второй геро. Для павших дайте там геро. Дали. Сейчас дам. Без того вдал.
Хильте, блядь. Дабл. Надо хапало быстрее. Он Берти. В крыльях был. Берти быстрее хапало, быстрее. Лагает. Прожал. Иннер туда же. Залили в хапало быстро. Все, у нас все БРы в КД. Игорь напал. Огненная глыба. Нет? Все, ни у кого все, больше. Все в КД. Там Светос умирал. Так, ГП. Светос я поднимал. Показывает КД. Да. Может, хпау дадим СС? Кель идет. Блять. Залетели. Разлетелись. Святоса захильте. Кринжу держите. Руид инвалида. Дорогие на ХВ. Падение. Не, Белане может отписал, он может отойти, вроде бы. МВП хантам бери. Смерти во время бомб это ГП, я считаю. Это не должно. Это не, просто люди БРК. Надо тупым быть, чтобы под бомбу умереть. Это, я не знаю. Это проще, чем от глыбы синдры, типа, увернуться. Смертям, чекните, кто-то умирал от бомбы. Святос умер, 63 косаря. Ну это... ГП. Не победи. Есть кому резнуть у нас? Да. А сейчас диван сниму. Не вставайте, блядь. Витя, я стой. Рома, заходи. Вилания, в сети? Да. Сейчас я ему напишу, он просто спросил, нужен ли он, нет. Нужен. Рома. Ставьте крипсов, бладцев. Починиц. Ой, да, Ляночку поднимите еще. Две минуты, Глеб, будет. Он только комп включает. Ну, Святос падал, может, Святос. Потому что лежал много. Он умер, его не Берри лежал. Да. Я мертвый вместе с Хокмастером был. В одно и то же время почти.
7 кусов, Батуши Базука. Ну, у нас здесь миле 10 ЛД, да? Сегодня расскажу вам фишки на Кильтасе. Ну, я так и хотел, а Рома хочет грудак забрать. А у тебя приор есть? Третий. Всем привет. Здорово. Сейчас зайду. Но это если Вилани не будет забирать кусок. А он не заберет. У Седжи все открыты, у Лехи открыты. Дикона. У Вадикона открыт. Ну, у меня на варе 2 куска. Да. Да, Бидон, 1 кусок, 300 хп стоит. У меня только в ретрике 3. У консилятора 2 куска. 2 открытых у тебя, Рома. Ну, говорили, да, что у него открытый, он бегал в открытых. Я уже зашел. Глеб, ты кусок забирать будешь? А как же апокалы? Натуре. Ну, если выпадет, то посмотрим. Если прям некому, ну, могу забрать. Нет, тут дело в том... Ну, а. Потому что он не одевает. Это же другой вопрос. Без понятия. Так, мне в хапало спекаться? Без понятия, о чем он бегает в четырех. Заломанович, зайди на стрим. Смотри, за это? Ой, что стоим? 3, да. И сейчас я 4 открою, если упадет. А ты глянь сейчас. Сейчас, надо определиться. У меня воронки есть. Вы еще, блядь, босса не убили, а определиться надо. Я нафармил себе. Че за хуйня? Че, блядь, Си Джеймс стал? Нормально вообще? Ну, только вопрос, вместо кого Вилани? А кто уйдет? Катриса? Релокнусь пока. ИСБР. Нет, тут 3 ДПС сиди. Но если следующее КД не падают, то я точно уже не буду их гнаться за ними. Это проще купить. Да, Рома, заходи на стол.
Вопрос, вместо кого Рому закидывать? Того. Ты вместо Святоса же уже сказали. А? Я могу уступить место. Катрися, ты кокот залутал, сиди, ёпта, дамаж. Слава. Чудище. Чудище, ёпта, ёмный волк. Заходи давай, Рома, на сову. И концерты 20 минут, надо убить. Давай. Гамазик. Да и сейчас он нажимал. Он и сейчас нажимал. Нормально все делал. Сейчас... Портуйся, да, Гамазик. Да, давайте немножко затянем, но убьем. Сегодня суббота. Да? А что там, Притон бабу держит? Не знаю. Да, Притон. Томон, Равичи. Авелания. Близзинг, долго ждать. Этих фениксов вожу я. На третьей фазе бабу держит Притон. Да, рыбу поставьте, Равичи. Потому что бафает. Так, я получаю каски. Я каски, если что, Глеб, раздаю. Тогда мне нечего раздавать, только MP5. СС-ы можно раскидать еще. Вадикону дает Яночка, я его передаю. Твои пухи оденьте. Ну что, сопротик есть у кого? Обмен полидринка. Да. Спасибо. Да, да, он я знает уже. Понял. Дай... Что, да? Давай. Эрчина готова. Рарник, да. Что там? Ага. Рарник. Все, все здесь. Давай, добавляй и запускай босс. Да, у нас есть 10% апа. У нас этот... Энх. Ну, у нас на том... На том трае у нас... На том трае я тебе бидон кинул. Бидон умер из-за того, что его в дезориентацию кинуло. Запускай, Лава. Вы... Не забудьте сейчас свои пухи одеть.
хорош. Угу. Это физическое, это страх видит? Да, физический, да, физ, страх, хвары снимают. Я понял. От меня Ренджу наберите. Пасифея, Лианочка. Ну наебало меня. Телоникус. Бомба 5 секунд. Съебались милики. Сейчас сразу не врывайте. РДД сразу топор зергните. Юля, сходи. Пиздец, минус 200 арпа. Кошмар. Ну, как иначе. Я себе на всех, на всех надо. На щит. Я только свой вижу. Защита преисподней. Кто? Угу. Ну, есть, есть. Периметальная защита, куда у меня? Фаза 3-5 секунд. 15 минут. Возможно, я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками сразу. Нормально. Дела не аккуратно. Беги, беги, беги. Я похитил. Ну нормально, я себе считаю. Не знаю. Снова на бетон пошел. Давай, хули. Давай. Нету, нет, нету. Нет. Хз, чё-то неудобно притона хилить. Ну, по мане просто садишься.
Ну так его как-то пробивать сильнее. Давай-давай, я это посчитаю. Вот это по... Ману пока подгеним, там я других. Я похитяю. Точно? Да-да-да-да, несы. Я пчелонику за тогда рисую. Так, бомба 5 секунд. Милики, бомба. Добиваем. Вот сейчас мы гораздо лучше идем. Да. Ощутима разница просто. Дайте лоннику сверху. А, этот... Подходите. Стелси тотем ставь. Блять, стелси тотем. Инер, залезь ка. Кель в центр. Чё, аккуратно. Так, ну частица же на кости, правильно? Да, да. Угу. Блять, такая запоздала. Тотем, блять, надо того сейку я. Просто так косты не кикайте, надо кикать на глупо. Пульте на Юлю. Контроль 10 секунд. Феник 20. Контроль 3 Феникс секунды. Через 10 секунд там. Ну, когда Феникс появится визуально, сразу за тобой. Прощайте. Сейф. Нету. Ну это падать можно. Феникса уешь типа. Ну хуярьте Феникса, взорвемся ним просто. И быстрее будет. А у него там АОЕшка, блядь, это 2000, сука, дамажит. Диван есть на кого-то? Да, есть, есть. Ну, от кости, наверное, можно было бы... Короче, давайте так... Мы отошли от Феникса или что? Подождите секунду. Давайте так, у нас вот появление Феникса, тут таймер неправильный. Там визуально он появляется, и где-то через секунду он ехуярит по рейду, блядь, там на 20 с хуем тысяч. Пусть под первого Феникса Вилания сдаст Массакру, под второго Феникса сдаст, кто у нас, у кого там еще есть Массакру, Холидрин. Обязательно, нам надо под всех Фениксов Массакру сдавать, потому что тонкие, те же самые шаманы, блядь, они умирают просто. Там проходит какое-то АОЕ от босса, вот он как раз шлепает вот этой хуйней, которая дезориентацию кидает. Но мы вот типа под сейвом, она нас, ну нет, они дезориентят. А потом хуярит просто Феникс, у нас умирают два шамана, блядь. Я хуй понял, бабл это, КД был. Уже стенная защита, наверное, ты прожимал. Она вешает тебе... А, да, она тоже. Если ты полтос вешал, то на тебя вешается воздержанность. 30 секунд. А если еще к массакре ЭМА прожимать? И смысла не нет. Можно ЭМА тоже нажимать. Тоже хорошо будет. Просто нам массакры хватит. Мы в прошлый раз били, массакры хватало. Но сколько паладинов пришел? Можно и ЭМАшить? Ну я возьми. Я прожал ЭМА на первый финикс. Ну, не хватило ЭМА. Ну, я понимаю. Надо массакра. Там 20% это много очень. Меняйте оружие. Оружие, стоял Динси. Пропадет. Вилаш, Хукмастер, сядьте поешьте. Седжу. Заломаны. Лианочка. Седжу вообще там масло, банки.
Где Сэджу, блядь? Патрисия. Патрисия написала ФК. Друид инвалид. Да, 4 минуты у него. Три минуты. И там у шаманов тоже по 3 минуты КД на БР, собственно. Катрисия, Равис, призван. Заломан. Где Равис и Катрисия? Они оба писали, что идут. Блять, ну пиздец. 2-3 минуты, да. Что за что герой? Равист он двух персов, да, когда повесили? Ну ладно. Да я вот думал, может собрать после РТ воронку фарм. А у тебя что, перса точно? Блять, изучить, да. Конечно. А что же надо вот ДК делать вместо вара? Мастер, арник, катрисер есть. А чё такое? Чем тебе вар не нравится? Ой, пиздец, блядь. Ну, скажем так, все же, ну, субъективно вар в пачку домашнее, чем то же самое анхолик. Ну... Нужно там вару капы полностью подбить, там, хотя бы минимальную ему. И он будет более-менее давать, а на холику там что-то... Он так и так будет ебать. Катрисия тут остался, Равист. Кто там отошел-то опять? Равист. Он уже сейчас, наверное, полтора раза все время... Рашист. Кто он? Минут остался когда, да? Да он уже сегодня отходил сколько раз, это рофукает. Мне кажется, если у тебя какие-то, ну, дела есть, проще в игру вообще не заходить. Делать дела, сидеть. Ну, пока качек захотел. А до этого 18 раз он куда отходил? Как говорил Шрек, не держи в себе. Реально. Наверное, блин. Неужели он пришел? Мэтт Фокс. Тут. Рарник. Рарник. Юлия, ты готова? Ты 5, что ли, ебашь? Юлия, готова? Да, Рарник в Т5 хуярит. Да, слабенький Т5. Юля. Нормальный Т5. Все, запускай. Пока слабенький. Ну, хоть сам. Вы свои пухи там оденьте. Бля, ебать, конечно, ивент они кринжовый сделали, пиздец. Да пиздец, блядь, СиДжей бегают. Йоу, пати нигера. Тот же дубащит, блядь. А еще, когда он прыгает, у него так ноги угарно складываются. Это, знаете, нигради... У него, как у обычного хумана, вообще ничего особо нет. И попивая свою энергию скверные в око буря. Готовьтесь!
Равис. Бля, ну пиздец, вот... ну... Ну потому что они не бегут вперед, они сзади стоят. Вот и все. У нас чисто последовательность. Каждый. Это ж тяжело, блядь. С пула умирает. От хулидринка наберите ранжу. Вилаша заломанный шаровик. Если ты умрешь, рарник будешь сам виноват. Бомба 5 секунд. Милики съебались. Не врывайтесь. РДД по топору. Посох что-то сам по себе летает. Он тпшит. Он дурной, забей. Лучше убить. Ну, она такая, да, она визуально мешает сильно, на самом деле. Я вырежу очень ее. Сильно мешает. А семью вырежешь? Поищите, что еще можно. Смотрите аккуратно, все в жопу сейчас встаньте назад, потому что у нас, блядь, это уебище лежит, блядь, рядом с Телоникусом. Если он уйдет туда дальше наверх, то мы можем просто вайпнуться, блядь. Все милики, все РДД, съебитесь в жопу туда, к ромбику. Ой, бать, там в чате кто-то пишет оздоровление деда. Интересно, это проводит или так просто случайно? Берсеркер, блядь. Совпадение? Глеб, пока ты по мане просаживаться будешь, скажешь мне, хорошо? Нормально там, блядь, где-то? Сейчас он будет свечить таргет много раз. Вот хреново. На пока он идет. Отходите назад. Назад отходите. Повезло в мастер. Спарировал. Ну я же говорю, повезло.
заходите. Сдал марш, не обрыгался. Сука, оглушение кинул. Да раз. Я бы так не базарился, старший. Все, где подходи, я похилил. Там откатывается. Блять, игрушка с... 30 секунд. Бомба. Бомба, отбежали. Отлично. Бомба, 10 секунд. 5, 3. Отбежали мели. Добивайте. Скажите, плиз, когда отдать массакру? Штайминг сломанный. Я постараюсь тебе сказать. Угу. Да, но я тоже постараюсь смотреть. Да ёбаный. В чем проблема? Контроль над разумом 10 секунд. Пять секунд до контроля. Феникс 15. Сейчас Феникс появится. Баблом скинул. Меня можно не поднимать. Массакра. Массакра, ты подал, да? МА. ФД. До урона нихуя нет. Пассифей далеко. Поднял. Бидон тотем сет на ману. А яйцо в центре, вышли, яйцо в центре. Феникс. Массакрав КД. Тоже в КД. Лингрен, можешь не отдать аурон на... Сейчас огонь. Появляется. Я отдавал. Мардаун, живи, пожалуйста. Гимн ХП даю. Пиздец. Нам повезло. Вавиланию иннер можно залить? Войд, дай это иннер геру. В гангрену. Да, дайте еще на геру. Яйцо, выбежали. Вадикон, иннер друида, инвалида. Лоу ХП Феникс, милики, не подходите, там полмиллиона. Не подходите. Один еще. Уйдите от него, не разбивайте, бейте, подождите. Все, бейте.
Келли, сейчас ловите. Есть. У меня есть. Нападение именно? А, на вслете. Вот сейчас. Ранжа. Опа, лучше. Свои сейвы нажимаете. Отдал. Гангрену прохильте. Блять. Пиздец. Друид инвалид, будешь резать мордаунта. Пиздец, блять. Че оно так хуярит, блять? Касткил, касткил. А что такое? Типа рейндж не набрали мы, что ли? Да. Да. Не набрали ни раньше. Нету, что ли, проверки дистанции? Да есть. Да даже визуально можно рейндж понять. Есть. Надо выше. 10 метров. Такие микрослаки надо КП давать. На стелсе кинул диван. Ну, помогай, помогай. Я, блин, бегаю между двумя челиками, ведь куда я должен отстаться? Я должен и рейд доставать, и хилить одновременно, еще эту дистанцию держать. Да-да-да, ну так я дался. Да, могут, могут, конечно, могут. Но не себя могут захилить, я не знаю. Че они дохнут? Но... Три. У нас 4 хила. А, 4 хила. Джисы. Блять, вы заебали. Пиздец. Кокмастер зайдет. Я в ДЦ. Мы в 4 да, хила. Да. Потому что двух манов тоже. Не умирайте с пола. Мы тратим бор просто так. Не знаю, надо ждать на пул, не врываться вот так. Я бегу за боссом, и он быстрее меня бежит, и я не могу подамажить его.